Сегодня в Губкинском стартовал городской этап конкурса «Педагог года 2020». В нем участвуют 18 человек, 9 учителей и 9 специалистов дошкольных учреждений. В этом году конкурс проводится в трех номинациях. Традиционным двум «Учитель года» и «Воспитатель года» добавлен педагогический дебют. Торжественное открытие конкурса состоялось сегодня в актовом зале 4-й школы. Я хочу пожелать всем участникам в первую очередь показать все, на что они способны, показать самое лучшее, чему они научились за время своей педагогической деятельности, добиться успеха, но и, конечно же, сохранить азарт для будущих профессиональных и личностных побед. До конца месяца губкинских педагогов ждут заочные испытания, одно из первых эссе. Конкурсанты его напишут 13 декабря. В январе участники представят визитки. Методические разработки проведут открытые занятия и мастер-классы. Губкинцам будет предложено выбрать лучшего, по их мнению, педагога путем голосования на портале «Живем на севере». Городской этап конкурса продлится до 24 января.